По данным органов здравоохранения, самый высокий уровень вакцинации в столице, где иммунизированы 44% населения. За Кишиневым следуют Сороки. Здесь сделали прививку 34% населения. Низкий уровень вакцинации зафиксирован на юге нашей страны. Так, в Гагаузии сделали прививку от ковида 18%, в Леово 20%. На пятой неделе с начала года количество привитых несколько уменьшилось по сравнению с четвертой неделей. 8435 человек были вакцинированы первой дозой, 5600 человек второй и 23251 человек прошли ревакцинацию. Николай Жиламский констатировал, в профильных учреждениях достаточно вакцин для всех возрастных групп. Чиновник обратился к гражданам с призывом сделать прививку от коронавируса. Мы призываем население продолжать пользоваться этим методом защиты, который предохраняет от тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекцией, а также обеспечивает в целом охват иммунизации, что позволит быть более открытыми и мобильными. В настоящее время в Молдове насчитывается более 46 тысяч больных коронавирусом нового типа.